Так, надо с магнитиком, да, мне как-то что-то, блядь, сконнектиться. Ну да. Всем привет, всем салют. Москва, мы на месте. How are you doing, baby? Как настроение у вас? Что за ебаный насос? Это красный свет. Не тополиный пух. Жара июль, нахуй. Тополиный пух, жара июль. Ночи такие темные. Согласись, что первый джойнт не такой, он и стрёмный. Как дела у вас? Чем занимаетесь, Москва? Мы только были, только выехали от Блейза, были у Блейза на диване. Всем здравствуйте. Мы ведем прямое включение из Москвы. МСК. Москва, мадафака. Едем гулять в парк Горького. Я и друг мой Горько, бля. Тебе блог пора вести. Возможно, возможно. Москва, хорошая погода. Yo, guess what's up, man? Да не, какие блоги? Заебали блохи. Эй, заебали блохи. Кто сегодня в парке Горького? Давайте пересечемся. На самом деле это все Фишер хочет погулять. Парк Горького ему подавай. Привет всем. Нефтеюганск. Югань, салют. Приезжай. Краснодар. С Нефтеюганска. Привет. В Москве погодка вообще оттас сегодня. Как в Майами, нахуй. Ну да, почти. Бля, и все-таки у нас нахуй разворачивает. Борода растрепалась немножко. Разворачивай, да? Ну, да. Завтра в силе. Завтра все в силе. Да, завтра концерт у нас. Большая вечеринка намечается. Big party, you know? Устроим, блядь, разнос. Big party. Мясо будет, да. Party. А, да, да, я помню тебя, да, все окей, все в силе. Знакомиться перед белой ночью. Да не знаю, хуй знает. Скоро закончится. От души. В Москве дерзкие водители. Самый дерзкий здесь. Зарви Лукинру. Самый дерзкий здесь Джорджо. Джорджо в Южный Бруклин. Спецом комменты не читаешь. Какие именно? Где? О, Джордж. Так, блядь. Какие комменты? Куда, блядь? Разворачивайся. Да, что ли? Да, блядь. Тянет нас. Давай, чувачочек. Чувачочек. Мучачо. 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 Как настрой? Настрой в порядке. Едем в гостишку отдыхать. Так, я нихуя не понимаю. Пиздец, вообще какой-то, блядь, жесткий. Будем отдыхать, набираться сил для завтрашнего мероприятия. Зеленые сердечки поднимаются вверх. Зеленые сердечки. Это успех. Зеленые сердечки. Автограф, может, не бахни. А что, дохуя народ тебя смотрит? Да хуй знает. 9 человек. 9 человек. Туса, блядь. Целая туса, уже 10, брач. Десяточка. 10, но зато самые достойные. Все свои.
зато те, кто в теме. It is what it is, motherfucker. Сегодня записали видео у Блейза на диване. Сегодня ночью будем записывать второе видео со шлюхами в бане. Вот нахуй это говорили. Заебал, ну просто что это. Вопросы же возникли от семьи. Автограф, да где, блядь? Могу так просто смотреть. Зачем он нужен, автограф? Пиздец. Ну так поставить бы еще, блядь, дерьмо. Автограф. Пойдем пока копать автограф. О, так нормально. Колян, заценись тоже в объектив. Высунись. А, уже ценился? На бедренном мире мы женский народ. В Питере, короче, будет новая презентация в Питере 8 июля. О, солнечный свет. Смотри, как ниндзя. Заебись. Но... Смотри, солнечный... Sandboy, motherfucker. Roadboy. Короче, 8 июля в Санкт-Петербурге будет жесть. Завтра в Москве будет тоже жесть. Бля, ебать, как будто ниндзя, как короче. Yes, sir. Ванильный ниндзя. Ванильный ниндзя. Сегодня премия Муз-ТВ, думаем залететь на эту хуйню. Спиздить пару тарелок. Пожрать нахуй с них. И бросить их немытыми. Водичка. Ну, кстати, эту боржом забрали. Погоди, ладно. Смотрите, там же мусор, блядь. Там как мусор, там же, блядь, не говно, блядь, собачье валяется, блядь. А пару контейнеров. Покошачье, да? Покошачье. О, не говори мне о кошках, блядь. Кот потерялся, пиздец, вообще, прикинь. Да ты чё? Да, блядь, на дачу привезли, убежал, короче. Да ну нахуй, да, пиздец, блядь, все, блядь. Ебанулся, блядь. Жалко, пиздец, конечно. Москва, какие планы на сегодня? Чего интересного у вас есть? Есть хоть один с Москвы-то там? Есть кто с Москвы, народ? Ебал в рот! Че, нет там никого? Че, нихуя. Где зажигалка? У нас Нефтеюганска, есть кто? Ух ты, ебать! Новосиб на связи, на курице спать, вот все планы. Ну так себе планчик. Не, нормально. Нефтеюганск, салют. Блять, больше с Нефтеюганска, чем с Москвы здесь людей. Да? Солнечная вечеринка, мы называемся Солнечная вечеринка. Солнечный зайчик. Sunlight Party. Моя Москва тоже, Москва, наконец-то, привет. А мне кажется, вы сейчас в парке Горького, когда... Затусуетесь, ну, там сразу найдутся люди, которые тебя узнают, врач, и будет весело. Сегодня евро. А, сегодня футбол, да? А кто играет? Что там такое? Бля, честно говоря, даже, бля, неинтересно, кто там. Такая играет же хуйня вообще, на черт. Похуй, бля, футбол, бля. Франция с Румынией. Да, походу Румыния. Франция с Румынией. Не, я за румын. Они хотя румыны, блядь, предатели долбаные, нахуй. И французов этих тоже нахуй. Ну, французы при этом выиграют. Да и нахуй всех вообще. Я только за сербов болею. Все. Сербы, нахуй, русские, белорусы, украинцы. Все, мои люди.
Да, да, да. И узбеки еще. И узбеки, и татары, и казахи, и калмыки. И корейцы. И корейцы тоже. Все, блядь, все наши, пиздец. Короче, все черножопые, узкоглазые. Черножопый. Как дела, блядь? Да не, на самом деле, румын, я раньше румын был моим братом. Бам-брэм-брэм. В Андагон мы ездили в этом, в Минске, да, или где? А, в Калининграде, в Мерседесе. Ну, я-то не был. А. Да, такое, внутри пиздец, конечно. Да это шляпа. Балалайка такая, конечно, пиздец. Цешка.